Всем привет, с вами Екатерина, добро пожаловать на мой канал. И сегодня сделаю для вас обзор своих покупочек из магазина Fix Price. У нас в Петербурге уже все тоже стало по 50 рублей. Теперь вообще не очень выгодно стало ходить в этот магазин, но я поехала туда по делу, хотела купить банку под чай, очень красивую, видела у девочек в обзорах, мятного цвета в горошек. Но я думаю, что они давно уже закончились. Я не была в Fix Price с декабря, 2 месяца, мужественно держалась, сэкономила много денег без походов туда. Ну, в общем, заехала и кое-что все-таки купила. Итак, как вы уже можете видеть, купила я напитки. Это 2 сока «Сады Придонья». Зеленое яблоко, 100% сок без добавления сахара. И вот такой вот сок, яблоко прямого отжима, тоже без добавления сахара. И вот такой нектар «Тонус». Написано, что все эти напитки предназначены для детского питания, для детей от 3 лет. Следующее, что я купила... Это вот такие салфетки бумажные, 300 штук в упаковке. Вот такая большая упаковка, написано «Супер экономия». Я уже покупала до этого, у меня были такие желтые, пользовалась я ими действительно долго. Хорошие салфетки, они плотные действительно. Салфетки у меня очень быстро расходятся, когда я стемпинг делаю, подкладываю их. Поэтому, в общем, купила нужная вещь. Дальше. Увидела, появились опять вот такие декоративные скотчи с блестками, наборчик. Ну, в общем, купила я вот такой наборчик. Здесь 4 штучки с блестками. Они бумажные, такие симпатичные. Следующее. Купила набор тряпочек. 3 штучки. Новая коллекция вышла у них вот с такими расцветками. Мне очень нравятся вот эти вот оранжевые. От марки Bon Home 3 штуки. Они из микрофибры. Очень нравятся для раковины. У них хорошая впитываемость. Воду вытирать. Следующее. Купила макароны, спагетти. Паста коллекшн из твердых сортов пшеницы. 400 грамм упаковочка. И стоят они 25 рублей. Покупаю второй раз. В принципе, неплохие макароны. Нам понравились. Не развариваются особо. Варятся 8-10 минут. Очень хорошие макарошки. Я могу вам рекомендовать их. Увидела первый раз, появились у нас в магазине вот такие сушки. Сушки-нолики, здесь 600 грамм. Они маленькие, они не соленые, не сладкие. В принципе, в составе есть сахар, но я не думаю, что они очень сладкие. В общем, купила вот такие вот сушки. Изготовлены они 23 декабря, и срок годности у них 180 суток. Но мне кажется, за 50 рублей огромный вот такой пакет сушек — это вполне нормальная цена. Дальше. Еще из продуктов купила 2 упаковочки вот таких конфеток. Конфетки такие увидела у Адели. В обзоре она показывала, говорила, что ей понравились. Это шоколадные конфеты фабрики «Победа» в форме сердечек с кофейно-шоколадной начинкой капучино. Я взяла сразу 2 пачки, в каждой пачке по 210 грамм. Я люблю шоколад и конфетки с кофейным ароматом, с кофейным вкусом. Поэтому я надеюсь, что и эти конфетки мне понравятся. В принципе, шоколадная фабрика «Победа» очень... Такая довольно-таки неплохая фабрика. Следующее, что я еще купила, это тоже продуктовая покупка. Купила кетчуп «Моя семья» томатный. Этот кетчуп стоит 25 рублей.
И здесь 330 грамм. Ну, в общем, обычный кетчуп. Я люблю кетчуп без добавок, именно томатный, натуральный. Потому что до этого я покупала кетчуп Хайнц, но сейчас он мне очень разонравился, потому что отдает какой-то откровенной химозиной. Его я покупать больше не буду и решила покупать кетчуп, в общем, российского производителя. И последняя моя покупочка. Увидела вот такую замечательную красивую баночку. Называется она «Булавочница». Размер у нее 16,5 на 11,5 на 4. Там были различные расцветки, но мне понравилось вот это. Но я ее буду использовать не по назначению, не под нитки, иголки, булавки, а вот подо что. Мне нужна была подобная баночка, коробочка стерильная. Ну, стерильная, конечно же, это в кавычках. Ну, в общем, новая и чистая, не жирная никакая, чтобы складывать туда свои штампики для стемпинга. Потому что у меня много силиконовых штампов, на которые прилипает различная пыль, мусор. В общем, мне нужна новая была банка, не очень большая, чтобы хранить там все свое стемпинговое добро. Вот, в общем... Купила вот такую замечательную баночку, сложу и буду хранить. Вот. На этом все, мои дорогие. Покупочек, как вы видите, у меня на этот раз совсем немного. Но я надеюсь, что вам мой обзор понравится, что он будет для вас хоть чем-то полезен. Если видео понравилось, то ставьте лайки, мне будет очень приятно. Пишите комментарии, задавайте вопросы, я обязательно на них отвечу. И подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. До новых встреч! Пока-пока!